Всем привет! Меня зовут Оксана Типикина, я тренер по воркауту. И сегодня мы с вами выполним тренировку из базовых упражнений на этой замечательной площадке. Все упражнения мы будем выполнять по 15 повторений. Между упражнениями в сете отдых не делаем, а между сетами отдых в 2 минуты. Количество сетов в зависимости от уровня вашей физподготовки от 3 до 5. Упражнения мы будем выполнять по 2 штуки с сетом наверх и на низ. Первое из них – это приседания. Выполнять приседания мы будем с широкой постановкой ног. При этом ваши колени должны смотреть по направлению носков. Внутрь их не сводим, вес держим на пятках. Выполняем это упражнение 15 повторений. Садимся чуть ниже параллели с полом, корпус не заваливаем вперед. Следующее упражнение в нашем сете – отжимание с широкой постановкой рук от перекладины. Руки ставим чуть шире плеч, не проваливаемся тазом вниз, не поднимаем его вверх, тело должно быть ровным. Опускаемся до касания грудью и выпрямляемся полностью. При опускании делаем вдох, на подъеме выдох. На этом мы закончили наш первый сет. Переходим ко второму. Он будет состоять также из двух упражнений, первое из которых – болгарские выпады. Их мы сделаем при помощи шведской стенки. Второе упражнение – австралийские подтягивания. Их мы будем также делать на турниках, на низких турниках. Итак, первое упражнение нашего сета – болгарские выпады. Кладем ножку на шведскую стенку, опускаемся вниз. При этом колено должно оставаться над пяткой. Акцент делаем на переднюю ногу, выталкиваем себя вверх пяткой. При опускании колено остается над пяткой. В этом упражнении очень хорошо задействуются ягодицы и квадрицепс. Выполняем это упражнение на обе ноги по 15 повторений и переходим на австралийские подтягивания. Переходим ко второму сету нашего упражнения – австралийские подтягивания. Руки ставим чуть шире плеч. Ноги впереди, тянемся грудью к турничку. Финальный сет нашей тренировки. В нем мы прокачаем мышцы пресса и трицепсы. Первое упражнение – обратное отжимание. Локти смотрят назад. При подъеме делаем выдох, поднимаясь, делаем вдох. Я верю, что вы знаете, как сесть на эту скамью, а как ее использовать, сейчас я покажу. При выполнении упражнения руки держим на груди, либо у висков. За шею себя не тянем. Поднимаемся за счет мышц пресса. При подъеме обязательно делаем выдох. Так мышцы пресса сокращаются сильнее. На этом наша тренировка закончена. Встретимся на спортивных площадках нашего города.